То, что звук влияет на слух, известно каждому музыканту. Чем чище звучит инструмент, тем красивее мелодия. Да и играть намного проще. Полина Матяскина со второго класса осваивает фортепиано. Говорит, музыка ее призвание. Когда села за новый инструмент, разницу почувствовала сразу. Раньше не было такого чистого и объемного звука. Мне очень нравится новый инструмент, очень хороший звук и, в принципе, очень удобно и классно играть. Новинку оценила и ее подруга Дарья Небабина. Девочка признается, иногда музыка дается нелегко, однако это ее не останавливает. Она всегда мечтала научиться играть как настоящий профессионал, поэтому медленно, но верно идет к своей цели. Лучше, чем на старых пианино играется. Клавиши легче нажимаются, педали хорошо работают, звук не такой глухой. Мне нравится играть. Гитарист всегда душа компании, в этом уверен выпускник музыкальной школы Данила Зеляев. В столь юном возрасте мальчик уже принимает участие в различных конкурсах и часто занимает призовые места. Говорит, игра теперь стала намного приятнее и легче. Гитара мне на самом деле очень понравилась. Это испанские гитары, у них вполне себе красивый звук, на них очень удобно играть. И в целом все хорошо. Свяжу свою жизнь с музыкой, с гитарой и буду дальше заниматься. Новые инструменты поступили в школу благодаря реализации национального проекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Музыкальную коллекцию школы пополнили 5 гитар, 2 баяна, 2 аккордеона, гусли садко, 1 балалайка бас. Чистейшие тона дают 2 новых фортепиано российской фабрики «Михаил Глинка». Всего на 10 школ искусства, это рекордное количество от города участников нацпроекта «Культура», выделено больше 57 миллионов рублей. Это значимая сумма, музыка – это красота, а новые инструменты, они как раз позволяют создавать эту красоту. Концертный зал школы также стал выглядеть более представительно. Его украсили мягкие кресла отечественного производства. Также пополнился всеми необходимыми пособиями по сольфеджио и музыкальной литературе учебно-методический фонд. Приобретение новых инструментов – это, во-первых, качество исполнения. То есть детки видят, на чем они играют, ощущают прикосновение вот этих новых инструментов, звуковую палитру этих инструментов. И, естественно, родители тоже видят, что государство заботится о музыкальных школах, о своих детях. А это немаловажно. Новые инструменты и книги станут отличной базой для обучения юных музыкантов, ведь теперь у них появится возможность максимально проявить свои способности на концертных и конкурсных площадках региона и города. Ольга Павлова, Ксения Баканова, Сергей Баскин. События.